Итальянские ученые заново создали античный струнный инструмент эпигонион. Впервые эпигонион появился в Греции в VI веке до нашей эры. Он упоминался древними авторами несколько веков спустя, но до наших дней ни один подобный инструмент не дошел. В 2008 году сотрудники проекта Astra с помощью физического моделирования воссоздали звучание эпигониона, а весной этого года представили публике сам инструмент. В реконструкции давно утраченного эпигониона им помогли сохранившиеся изображения, археологические материалы и письменные источники. Спустя несколько столетий эпигонион вновь зазвучал в концертных залах Салерно и Пармы.